Всем, дорогие друзья, меня зовут Тайное НЛО, и что вы сегодня увидите, вы будете шокированы. Космические пришельцы, или как говорят их, НЛО, начали патрулировать одну местность. То, что вы сейчас увидите своими глазами, вы не поверите никогда, если даже услышите. Досмотрите этот необычный видеосюжет до конца, оставьте свои комментарии или просто ваши вопросы. Ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте ставить колокольчик, дорогие друзья. Ну а мы начинаем наше интересное расследование о том, что вам не говорят и не показывают. Здесь говорят и очень много чего показывают. В одном месте, дорогие друзья, случилось необычное явление. То, что вы сейчас наблюдаете, это было снято в Канаде. 2019 год. Очевидец Том Фрэнклинс просто-напросто снимал пейзажи на фото и увидел, как недалеко от него появилось необычное облако. Оно белого цвета начало менять все ближе цвет. И над головой он увидел уже цвет непонятно какой. Этот космический корабль, можно сказать, дорогие друзья, утащил Тома. Но почему он его утащил, никто не знает. Над головой, когда Том снимал, открылся какой-то неопознанный люк. И этот люк, дорогие друзья, и причина всего этого. Полицейские были шокированы, когда увидели в пленке этот материал. Они не поверили своими глазами, что на самом деле Том не погиб и не исчез, а именно пропал из-за НЛО. Посмотрите эти удивительные кадры, которые получили мы. Этот портал, или как говорят, люк, просто-напросто забрал Тома. Но это еще не все. Еще случилось одно явление, которое происходило на протяжении много дней. Посмотрите эти кадры. Местоположение не могу узнать, но происходящее дает о себе огромную значимость. Множество космических кораблей, а это заметно, начали появляться в одном участке. Что на самом деле засняли очевидцы, никто не знает. Но они попросили, чтобы это все было анонимно. Посмотрите кадры, которые вы сейчас видите. Два неопознанных объекта начали двигаться. Но что-то здесь, дорогие друзья, очень не так. Говорят, что в том месте происходили не только вот такие летающие явления, но еще и ужасающие. Говорят, люди видели, как в лесах горели какие-то огни. Но какие огни это горели? Говорят, какой-то розовый, кто-то говорит, красный. На самом деле никто не знает. Но эти кадры, которые нам попали, были в первую очередь оценены уфологами. Ну и последний видеосюжет, который совсем был прямо рядом от жизни волоска человека. Он ехал на машине и увидел справа летит огромный астероид или метеорит, а может еще что-то другое. Но когда водитель начал оттуда уезжать, уже было поздно. Этот неопознанный объект просто взорвался в небе. Вы сейчас наблюдаете очень редкостные кадры, как НЛО или еще что-то взорвалось в небе. Вспышка, или, как говорят, ударная волна, начала догонять нашего водителя. Что произошло дальше, никто не знает, жив он или нет, но этот видеосюжет попал мне от другого человека, от МЧС. Если вам понравился видеосюжет, то ставьте лайк и подписывайтесь на этот канал. Ну а с вами был Тайное НЛО, и до новых встреч!